Зачем? Не знаю. Ладно, итак, всем привет, с вами снова я, Зазепа и Капкан. Ну, Капкан сейчас пока в бою, поэтому я, наверное, один боёк успею катнуться самостоятельно. Блин, на чё бы катнуться, а, как думаешь? Может, на КВХе второй, как обычно? Да? Угу. 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 Ха! Блин, меня к восьмёркам затянуло. Молодец. Сонный. Сам ты сонный. Сонный стрим. Или как ты там? Сам ты сонный, блин, я проснулся нормально. Мне еще, блин, машина сегодня управлять. Тебе сегодня спасать свою жизнь. Нет, это, походу, чью-то жизнь. А, в принципе, все не так уж и плохо, да? Как кажется на первый взгляд. Бабич 51 груз. Снайпер 79 груз. Слушай, что они так, блин, такие ники любят там, чтобы там 79 груз, я не знаю, 51 белорус, я не знаю. Пишите в комментариях, Пишите в что вы комментариях, об да? этом думаете. Ай, блин, да все равно никто не смотрит, мне так уже заебало. 123 видео, блядь, и по 0 просмотров под каждым. Мне уже, сука, блядь, уже бесит, нахуй. Надо, блин, подписчиков накрутить уже реально, походу. Потому что за год страданий и мучений, блин, это... Я за год нормально поиметь мог бы, ну, подписчиков 20 тысяч. Просто, блядь, все эти ютуберы начинающие просто тупо банально накручивают. Вот, блядь, вся правда. О ютубе, блядь, и летсплейщиках, и нахуй. Я просто никогда не упаду до уровня, блин, снимать Майнкрафты. Чего? Я же тебе хотел предложить. Да нахуй эти Майнкрафты, блин, для школьников. А мне нравится, там можно танки, короче, сделать. Танки. Ну, фигурки. Было бы прикольно. Слушай, как идея. Такой, выстраиваешь фигуру танка, записываешь видос, Ну, летаешь. блять, как сделать там КВ-2 собственными руками, да? Там Ну. выстраиваешь там его из, не знаю, из металла, там этих блоков металлических. Ну, так Я по вот. я помню, когда-то мы еще малые с Лёшкой играли. Майнкрафт, он свой сервак там сделал. Мне тут уже пишут РБ, привет. РБ, привет. Ну, Республика Беларусь, типа. Ну, у меня флаг белорусский. Я, кстати, вчера, ну, без записи, конечно же, во взводе там с двумя украинцами поиграл. С какими? С клана, что ли? Ну да, там какой-то клан, я не помню, но там УА был, короче, и они писали по-украински между собой. Ну, поиграли взводом на десятках Я думал, ты про наш. ПТ. Не, блядь! Я тигр П в задницу въебал. Там еще второй, там и стоит первый. Меня только что в задницу не пробили. Не, ну ребята, это подло. Меня второй раз в задницу не пробили. На КВХе второй. ИС, блядь. С этой гаубицей, короче. 122-миллиметровой. Суки светят. А помнишь, когда я снимал, когда только канал свой открыл, эти упоротые новички? Ну. Такой. Я, кстати, доснимал же там до конец, там, типа, ёбнул. Я не знаю, как этот сюжет, я просто по ходу вот что-то строил, блин, придумывал, потом записывал, там, музыку подставлял. Правда, там, два моих видео правообладатель музыки там запретил, но... А мультики не хочешь рисовать? Блин, надо бы, но мне просто идейной сюжетной линии не хватает. Мне бы Про игры. сюжет какой-нибудь придумать. Про А игры. про какую игру мне нарисовать мультик? Ты мне скажи, блин, и как это все оформить? Ну, чтобы... GTA. Кстати, можно было про GTA 5 что-нибудь отрисовать. Весьма неплохая идея, кстати. Так, Ага. ну я побеждаю захватом. Ты побеждаешь, а нас тут давят, блин, у меня 10 хп, падлы. ФЦ мне еще, блин, вставил. У нас, короче, тут полный анальный слив. Ой, еще арта пытается закинуть по мне, у них 3 арты. 3 грёбаных арты. Ну ты там где? Я сейчас тут уже сольюсь, подожди. У них в команде максимум урона 538. Заявочка. О, 477 снял пацану на ИСу 6.
Здесь он меня вспоминает хорошими словами. Бля. Ладно, меня убил Крузейдер СП. Но я думал, сейчас меня ВЗ 111 убьет. Так, ладно, я выхожу в ангар. Ты мне там взвод кинь. Кинул. Ты можешь, кстати, так с микрофоном не стараться, себя нормально и четко слышно. Ну я на шею перекинул, чтобы еще лучше было. Ну да, нормально. Че, поедем на дедах? Да. Да? Ты это двойной, что ли, снимаешь там? А уже нет акций. По-моему, со вчерашнего дня. По-моему, вот тройной был в эту, когда в пятницу был. По 6 число, по-моему, было написано. По 6, а у нас сегодня, да. Сейчас тебе скажу, седьмое. Вчера. Сегодня 7. Ну, думал, что 8 уже какое-то. Ладно, неважно. Как поедем налево? Сразу. Так. Угу. Ну, я маякну нашим, чтобы сюда перлись. Ну, просто не надо нам чрезмерное количество большое слева. Пу-пу-пу-пу-пум. Все туда поперлись. Ну и правильно сделали. Я ж так и делаю, блин. Маякую, знаешь. Ну смотрят, о, КВ-220, БТТ начал послушаться. Не, просто, ну, реально большое количество нам здесь не нужно. Мы тут вдвоем справимся вполне хорошо. Кстати, забил я на камеру снимать, то есть свой фейс, параллельно играя, потому что надо покупать веб-камеру, потому что там десинхрон идет. То есть как бы начало нормальное, но под конец там уже, ну, текст, то есть слова мои слышно, там, ну, как рот шевелится там, допустим, это уже десинхрон там идет у меня. О, бурдип. Ты купи себе камеру. Так я вот хочу вон в Германию, поеду в следующем месяце куплю. Опять в Германию. На чё, блять? Покупать только Logitech камеры. Ну я не знаю, мы с тобой там по скайпу созвонимся, я не знаю, мы решим. Максимум Свен. Свен. Там качество, короче, этой картинки получше будет. Слушай, а то, что там, знаешь, ютуберы предпочитают, что там за камера такая маленькая? Logitech-овские. Logitech-овская? Да. Блин, куда я стреляю, на ход хотел попасть. Попался пацан. Так, да меня БДР, короче, гнет. Тебя БДР гнет? Слева. Ладно, понял, прикрываю. Все еще даже голдовой залежу. Все увидел, что его, короче, палят, уже больше не лезет. А. Бурдип. А там впереди, короче, их дофига. Да там Черчилль, блин. Не только. У меня подозрительно долгий ремонт стал. Ну, у тебя ж вроде экипаж норм сидит. Он тоже, походу, голдой как-то стреляет. Норм, норм. А я думаю, назад нету смысла ехать. Просто арта закидывает по мне. Да блин, эти арта... Как-то братья, короче, уже бесят. По 3, по 4, по 5 штук я даже видел в рандоме. Ну нахуя столько? Зато серб доволен. Серб доволен? Да. Сделали бы для них, я не знаю. Ну посидела бы арта там еще больше на минутку. Подождала бы боёк, зато нормальные бои были бы. Что уж там. Подождать немного, чтобы было по 2 хотя бы артиллерии в бою. Это максимум. Я считаю. Это я говорил, говорю и говорить буду. Куда мне Черч пробивал? В нижний лист? Он, походу, реально голдой стрелял, у него там пушка такая. У меня тоже в нижний лист. Нет, у него хорошая пушка. Не, пушка у него-то хорошая, но, блин... Нижний лист у нас, по-моему... О, гори. Заруф. The roof is on fire. Так,
Так, второй где-то, знаешь, квадратик А1, короче. Оттуда кинул. Сейчас выясним. Ну ты едь за 13М, я там поеду уже. А вот он где, поближе оказывается. Ну чё, твоего брата спалил, теперь тебя? Нет, я не спалил. Это ты стрелял, хотел подсосать, да? Нет, я стрелял, хотел убить. Первый, Нет, ты один хотел... раз только. О, нормально. То он бы меня шотнул. Чё, он промазал, что ли, или что? Нет, в него попали. Я не хотел А? съезжать, он бы меня шотнул. У меня ж 80 хп. О, стальные стены. Убиваем стальные стены. Мое задание сейчас. Ой, я на первом месте, 1042. Да, Маленький. нет, сегодня тройного опыта, все. Ну, сегодня двойной, ну, блин, пофиг. Господи. Мне понравились, знаешь, все акции. Лучше бы они каждую неделю их устраивали, там, ну, целый день, чтобы каждая победа, там, тройной опыт. Какая им разница, блин, все равно, что... Вот лично мы играем, блин, на статку. Ну, мы что, что мы сделаем? Мы экипаж только побольше прокачаем. Даже если захотим задонатить, мы его больше не прокачаем. То есть, как бы за... Не знаю. Пускай реально такие акции делают каждую неделю. Тройной опыт, каждая победа. У тебя случаем игрушечных танков из металла не осталось? Нет, не осталось. А то были такие 34-ки раньше, их СУ-100 продавались металлические, советские. У меня еще помню, когда еще даже не родился, ну, была такая игрушка, там, я не знаю, чья она. Ну, короче, такой металлический, небольшой, примерно сантиметров 6, танчик, А, по-моему, Т-62. 6? Нет. А то я так понял, что эти сейчас советские игрушки 30 баксов стоят. Серьезно? Да, а у меня один такой как раз стоит. А был второй, был оригинал, первый. Короче, еще, наверное, советских времен, а это российский уже какой-то выпуск. Бля, что они делают? Надо попробовать продать. Попробуй продай. На мышку еще хватит. У тебя сколько этих мышек дома? Штук 5 точно? Нет. 6? Нет, раз, два, три. Три. 3 мышки. Одна батина, вторая под второй комп, и третья моя. А под мой ноут нету мышки. Ну ясно. По твой комп, в смысле, нету мышки. Под Там ноут. что ли старая эта гарнитура такая кругленькая, да, или Я что? под ноут говорю. А, под ноут. Нету, под мой. Приходится все время вынимать чью-то. Так я эту хочу поменять на какую-нибудь лазерную. То, блин, мне оптические сенсоры вообще не нравятся. Если ты говорил, за сколько ты продал ту спортивную мышку, такая как на истребитель похожа? Ну, белая такая, ты мне еще давал на ней поиграть, там, когда к тебе приходил. За 60 баксов где-то, да? Ты что брал за 20? Я ее за 60 А. брал. Там А, ты ее за кризис 60? грянул. И все вообще супер. Я ее продал 19 декабря. Или 8. Кризис грянул еще лет 5 Или назад, так что 18-го. расслабься. Я имею в виду вообще. Ну, продал перед повышением доллара, блин. Сразу же. Поленился пойти долларов купить. Точнее, уже был рад. Ой, хоть купили, короче. И ничего не хотел делать с ним. Сейчас вроде цены стабилизировались, можно вообще дешевую мышку ухватить. Я вон за 283 тысячи заказал. Как-то. Шикарную, эту лазерную. Под USB 3.0, да? Какой 3.0? 3.0 мышки не нужны. Так. Ты как-то слишком смело выехал. Ну да, ну надо что-то делать. Ну, я 150-ку разбирать пытаюсь. 2 раза уже пробил ее. Так, тихо, не... Блядь! Кто это в меня? Ой, нахуй, у тебя 30.01, я хотя бы хорошо тебя заметил. Ну, нормально. Что нормально? Аномально. Ничего, хоть 5-3, а у нас Черчилль спит. Седьмого, ой, шестого уровня, вот этот второй. У него Пожалуйста. проблемы, блин. Потом пожалуюсь. А, вот, уже башня вертит, ствол внизу. Ну, короче, продвинутый бот.
ВГ похуй. Ты знаешь, на что им не похуй. Да, им не похуй только на бабки. Ну и чё, баста карапузики? Это ж вроде из доты, да? Не, нифига, это из лола. Этот Варвик говорит, баста карапузики. Что их НКВ-85 делают на горе? Что они там делают? Там лучше. Ну, в смысле, 1.85, 3.4 еще. Ну, 3.4, ладно, понятно. Что 85 там делает? Блядь, не пробил задницу. Что ты, блядь, там сказал? У меня въебался, блин, сам себе снял больше. Тиакс. Нормально, победа. Так, на кого говоришь? На... Черчилль. На Черчилля. Пожалуй, сейчас после боя. Без Б. А мы без него затащили. Ну так повезло. Я ж ворвался. Так. Слушай, а ты уверен, он 541 урон накидал? Уверен. Может, он это свернулся там, и не знаю. Но у него 46% побед на 8000 боев. Ну я же тебе говорю, это продвинутый бот. Он стоял на базе, сначала вертел дулом. Начал. Пожалуйста, ладно. А, это он типа, ну, как бы прицелом Ванги там, то есть, получается, еще стрелял, да? Нет, просто бот. Ладно. Блять, ну как он накидал 541? Ладно, хрен с ними, уже кинул, поехали дальше. В кустах сидит и усами шевелит. Тараканище, да? О, Руинберг. Как там, Руинберг в огне, Руинберг в зиме. Сонный стрим, да? Конечно, сонный. Чё ты решил? По тебе видно. По мне видно, ты ж меня не видишь. Вижу. Да по двустороннем уровне. Ты надел себе такой шлем из фольги, да? Что за КВ-220Т? Значит, есть вправо, я по центру прорвусь. Учим отчасть, паренёк. Сэр, так точно, сэр! Разрешите идти, сэр! Сэр, никак нет, сэр! Блядь, Т-28 трамвай тупит. Чё замолчал? Бусурманин. А что тут тебе говорить? Не знаю. Сказать. Они все в городе. В своём. Тут вообще никого. Я тут не хочу с этой позиции особо высовываться, там Октана типа. О, КВ-1. У меня тут квиз. Excelsior. И какой-то, блин, хитро продуманный Б1. Который пытается меня пробить. Он меня пробьет, наверное, только фугасом. И то не факт. Вот так поудобнее встать. Бля. О, вот так и стоп, блин. Броня не пробита. Ах, ладно, еще одна плюха, буду назад отъезжать. Ну, ладно уже, добью. Броня не пробита. Все, ладно, он походу навоевался уже.
Так. One frag left. Но если жопа сейчас поедут, будут меня разбирать. Назад, что ли, вернуться? Хотя Черчилль там держится. Сука, блядь, со шкурками играют у юбки. Что ж ты хотел? Комрад. Ты, блин, этих КВшек забери там тяжи. Стараюсь. О! Противник в огне. Давай, догорай, догорай. Хорош! Огнетушитель не возит с собой. Поц. И надо наглую 3-4 снять. Она меня бесит. Потом уже за Квисами ехать, за Черчиллями. Потому что я знаю этого падлу, блин, накидывать будет. Что, далеко собрался? Изничтожен. Ты видишь, сколько у них хп? Давай на базу. Ну вот, сейчас попытаюсь. А ты уже слился? Ну, мне же никто не помог. Они же все на базе стоят. Ты слился Мардеру, а... Какому Мардеру? КВ. Шибко умный. Шибко умный. КВ. О, поймал. Пацанеллу. Угол сделай. Еще. Так. Ты меня сегодня на поджоге везёшь. Огнетушитель автоматически ловал. Сработал. Ты его в минус послал. Такой нормальный. Минуснул пацана. Сейчас Черчилль, наверное, стопудово ли его пытается меня сзади объехать. Да, скорее всего, да. Либо вправо поехал. А, вон он, да, вон, сзади. Свертухи, нано. Пацан явно не ждал такого хода. Как-то так. Твой Черчилль уже вот так объедет. Пока ты будешь по мелочи стрелять. Хай объезжает, у него, блин, на одну плюху он. Я лучше сейчас попробую воина как-нибудь сделать. Черчилль все равно мой. Ладно, никуда они не денутся. Ну я же тебе говорил, налево поворачивай. Тихо. Ты ж ёб твою варежку. Не, смотри, блин, он туда поехал. Странно. Не знаю, я что думал, там у меня было такое подозрение. Я думал, он умный. Так вот сейчас его и добирай. Но там у них ссаный штук очень умный, я тебе скажу. Да вот ладно, разберусь. Он скорее сзади сейчас приедет. Хай приезжает. У меня еще фулл хп. Ты голдой, блин, разрядись. Сейчас голдой и разряжусь. Ты еще поуебывает меня. Ха-ха, за 4 свой. 10 хп. Так. Есть по центру. Да я так и хотел. Потому что, если что, нужно будет назад возвращаться. А, ну ты не понял. Значит, едь через город. А, ты... А, ну я понял. По ромашке есть, значит. Mm-hmm. Может, его увидишь. Он сейчас хитрит, точнее. Блять, лучше бы наш пазик остался сейчас на базе. А я о чем? А, он за тобой попрется вообще. Такой его ложка. Явно. И тактично. Да, Таиланд, короче, перенесли на 30 апреля. И чё?
Ну, скачаю ее с торрента 30 апреля. Не, я к тому, что плохо, я думал, что сейчас выходит, сейчас можно было зарубиться. Она и не так дорого стоила. Да ёб твою мать! Куда ты нахуй прёшь? Ты бы его сейчас убил. Вполне. С этой дебильной системой тараны. Я так думаю, надо этого подсосать, потому что он будет пытаться у меня подсосать. Ну, не знаю, я ему сейчас жалобу дам. Неспортивный. Он меня, он, ну видишь, блядь, он меня там ждал. О. Нормально, воина взял. Блять! О боже, гляну. Мужчина. Сейчас гляну, кто это были. Черчилль 44. У-у-у. А вот, КВ-1 60 с половиной. Твинкуем, однако. Его голова... Подожди, Черчилль 44% у него. Так я тебе о чем. А тот КВ, который с Субудой играл, 60. Он такой, видит, типа, я за света пропадаю, еду к тебе направо. Он думал выехать и по моей заднице пострелять. Вот дебила. А потом выехал и видел, что Элбом стоит. Он на голде был. Ясно, понятно. Штук, штук, где штук? Да, кстати, надо глянуть. Что-то я не вижу штука. Куда штук пропал? А, вот он. Даже мне интересно, кто за 4. 47. Ну, не очень, по-моему, как-то. Погнали, ладно. Нефиг стату рассматривать. Сколько мне там времени осталось? У меня еще 20 минут рейс, в принципе. Ну, сейчас пойду видео на загрузку поставлю. За минуту как там, наверное, загрузится. Хотя, по идее, должно за минут 10. Ну иди, да? Спасай свой YouTube. А что ты его спасать, блин? Тут без накручивания подписки нихера не сделаешь. А спорим, даже сейчас это видео загружу, там, блядь, максимум 3 просмотра будет. Тебе YouTube, то, тебе YouTube говорит, сосай. Сосай, блядь. Да потому что, нахуй, то, что там говорят, будьте, я не знаю, ну, оригинально, да, это понимаю. Ну тут, блядь, без банальной накрутки и пиара, блядь, просто не обойтись. Ну, а YouTube никак тебя не пиарит, потому что пиарил рандомные каналы. Ну. Для своего же блага. Ну, видишь, как хорошо утром играть, а? В топе? В основном. Ну. А если шестерками, то с тупыми. Закон рандома. Это закон, там, где каждый дурак прав. Не, прав-то кто-то донатит, да? Uh-huh. И то не всегда. Я же говорю, я когда задонатил вообще на это подарочное издание, у меня так стата подросла, потому что мне в такие бои кидало шикарные. Когда у меня прем был на 3 месяца. Ладно, давай давим. Ну в этой игре явно что-то подкручивают каждый день. Не зря у них профилактика на сервере. Зачем-то. Каждый день. Так а ты что думал? Слышь, ты сейчас удивишься, но походу это свой выебал. Нет, с 85. Классно, снаряд так полетел. Блять, не пробил. Ёбушки, воробушки. Танкани. Да вон танканул уже. Давай, добивай. У нас как пострадавший. Фух, блядь. Ты борт-то не высовывай, он на фугасах. Да я вижу, что херню снимает какую-то одну. Что, решил в наглую, да? Матильда меня разваливает. Ща.
Блять, КВ, вось... КВ, блять, несуйся. Ты, короче, за мной прячься. Я подавил на него. В башню ему еби. Да, я понял уже, куда. Куда ему мягче. Эта тилда меня сама разбегает. У него скорострельность. Давай на захват быстро. Сколько видео так будет? Видео 3? Точнее, боёв. Ну, по идее, я ж с тобой... Третья. Ну, еще одно запишем, боже. Хорошо, идем победы. А мы быстрее захватим. Ну. Давай тоже подтягивайся. Сейчас еще штук собьет. Во. А как-нибудь сюда встать, попробовать акту, можешь шлепнуть. Так, акты нету. Что странно. Да она уже на базу поехала. Хай едет. Я ей тут вот подожду. Так прижмись, только с другой стороны. Ну, ПЗ-1С это не страшно. Чё страшно? Он мне стальную стену должен набить. Свертухи. Не, смотри, все-таки этот ублюдок был там. А, я мог бы еще там набрать, а меня могли убить зачем? Ты что? Да ладно. Выживать. Надо побеждать, а не выживать. Выживать. Ну, я имею в виду, когда можно. КВ1, таки, да. 49. Подожди, что за код меня хочет, друзья, добавить? Матильда, 59. Какой, Димаскод? Не, код 26 просто. Без ничего? Без ничего, или это... А, это К026, как-то так, по-моему. Сейчас посмотрим. 51% побед, 268 боев. А, 268, понятно. Я не того посмотрел, того было больше. А что, тоже у тебя какой-то код? Нет, я посмотрел, просто по никам повел. А. Так у меня уже пару боев, так я просто смотрю, так, оп-оп. О, западляри. Не знаю, кстати, я в группе смотрю, там уже, знаешь, кто-то отписывается, кто-то подписывается опять. Лови ссылку в ВКонтакте. Посмотри, как тебе. Потом, после боя. После записи. Очень дешевая вещь в данный момент именно. Как я. А что там? Как я тогда с блоком питания. Схитрил. Мышь! А, мышь. Она стоила 460, а сейчас 283. Ну круто, чё. Так, по той же методике, да? Разводим пацанчиков. У тебя тоже кот бесится? Не, у меня сейчас кот спит. Понятно, у меня бесится. Пускай, как говорится, не чапая лихо, пока оно тихо, да? Что там, блядь, застреляет по мне? 3-4, ясно, блин. Главное, чтобы еще не подпирал. А то его подопру так, что ему не понравится. А видюха нормальная на складе валяется у моего знакомого за 210 баксов. Видюха, а что за... Кому надо, ребята, берите, пожалеете. Да. Ну почти как из моя, только 3-гиговая. Я же всех хотел сначала такую брать, потому что она дешевле. А потом хотел вторую такую поставить, ну, типа, если мощности не будет хватать, и все, идеально. Но она стоит нахуй сейчас минимум 240 у нас. То есть, неплохой вариант. Это там ёбаный фугасник. И что? Я ему больше снял. Эй, отойди, я его больше люблю. Смотрел это?
Я его больше люблю. Я его первый поздравлю. Я вон этого засветил это. Что подъезжал, потому что там накидывали, блядь, как-то. Слишком сильно. Пока, грёбаный автобус. Я автобусов больше люблю. Сука. О, тебя бишоп. Отстреливайся, тут такая халява для тебя, конечно. Таки да, халява. Отстреляй мелочь сначала какую-то, которая будет мешать. Блядь, ёбаная акта. Ну это бишоп, бишоп, короче, закидывает. Сука, ему что, жить надоело? Как вы нахуй, блядь, акта шлюхи? Этот бой пример того, как арта портит игру. Ща еще этот уебан ёбнет. Ну охуенно, блядь. Сука, блядь, обожаю акту нахуй. Первую жалобу, блядь. Хотя, в принципе, игрок не виноват, виноват рандом, блин. А, блядь, наш стоит, блядь. Украина один, блядь. Стоит нахуй просто. Постреляю-ка я, блядь. Сейчас сольется здесь уебанец. Ну, блядь, сравнительная разница, да, между ихней, а кто и нашей, блин, уровнем игроков. И четверка, блядь, стоит себе сверху там рядом. Хотя, в принципе, тут должна стоять нормально. Ясно, блядь. Поехали еще быстренько, один бой. Поехали. Ты тут? О чем? Да, сложный на выбор, третьем, да? Давай. На третьем, ну давай. Как заключение. Так, что-то я хотел поставить. Голду закупить хотел, поставить, да? Нет, побольше. Ремонт. Ящик с инструментом. У меня вообще идеально чинится танк тогда. Ты ж тогда без него играл. На запись. Там нужно некоторые модули снимать и ставить. Ну, типа ящик, там, трубы. Ну, я понял. Иногда где-то валяются на каких-то танках. Хрен найдешь. А ты их, может, сразу после боя снимаешь, чтоб на складе валялись? Ну, так сейчас буду так и делать. Ну, лично у меня тут не особо то, что большой ангар, я просто знаю, там, где маскировочная сеть валяется, где что еще валяется. Ну, просто знаю. 7 на 261, на ИС-7 я знаю, стоит. У меня, по-моему, там маскировочная сеть, там кто-то еще танк стоял. Ты что, упал на Ягу ставить маскировочную сеть? Забудь! На эти, на ПТ-шки вообще не ставь на немецкий. Да мне норм. Ты понимаешь, что это минус модуль? У тебя, тебе нужно... Че ты, блядь? Предлагаешь мне туда на нее ставить. Как обычно, вентилятор, досылатель, сведение. Даже сведение можно не ставить, сведение у них хорошее. Ставишь... У меня досылатель стоит, по-моему, вентиляция. Досылатель, вентилятор и оптика или просветленка. Хуй его знает. Я уже, по-моему, ставил на нее просветленку, мне нихуя не понравилось. Просветленку ставишь и все, и становится идеальным просто. У тебя засвет получается выше. То есть ты в кусте стоишь, ты хотя бы светишь. Они тебя светят. Так что вон пока дешевая голдишка за 2 бакса, можешь взять ее. Я, блядь, уже залегся на эту игру, блядь, что-то донатить. Меня уже просто это бесит, нахуй, то, что они делают сырое. Я не хочу, блядь, их подкармливать. А чем их четверкам попали? Не поебай, что мне скажут. Ну, потому что я не хочу, наверное, их подкармливать. Они услышали меня. Я, блядь, я сказал уже это года 2 назад или год. Что типа все, нахуй я больше не доначу в эту сейчас, игру. Всё. Сейчас подарочное издание, единственное, которое есть в наличии, в одном магазине, там, который крутой, где мы те наушники брали, стоит 110 баксов. Да пошли они нахуй, блядь, своими 110 я баксами. Я покупал почти за 80 копейки, можно сказать. Они нахуй не заслужили эти деньги. Что ж говорить, если я даже на моды забил. Ну. Тигор 333. Ну давай. Есть вперед. Игорь! Игорь!
Смотрел, да? Да. Ой, кто это? Это Валентин. А это Т-28, молодец, блин. Из инвиза просто. Ёпушки, а у нас А-20 бот. Четвертый уровень, как бы он решать должен. В кругу стоит и стреляет просто, и все. И не двигает. Ёп! Ладно, в гусеницу попал. Короче, у нас людей в этой игре становится все меньше. Просто роботы играют, и все. Компьютер такой играет, и все, без личности. А разрабам норм. Им лишь бы бабки вкладывали. И чтобы нормально посидеть, нормально сделать то все. Игра бы больше просто зарабатывала, у нее больше престижа было бы. Последние хп в этой игре самые тяжелые. Потому что нихуя не пробивается. А ты Валентина не пробьешь так просто. Ты ему в задницу куда-то стреляй. Так я задницу и стреляю ему. Голдой, блядь. Не пожалел. В Бэхаме ты бы не пробил, у него броня хорошая. Слышь, там ПЗ, блин, у нас на базе, наверное, вернусь я. Не буду за Б первым рашить. Нету смысла. Уже есть, на базе никого. Ехать надо базу, блядь. Там, блядь, Т-28, Матильда и какой-то хуй еще. Матильду ты не пробьешь тоже издалека особенно. Добей вот этого, выйди влево быстро ствол. Слева. ПЗ-4А. Бля. Подожди, не отвлекай. Ясно. Понятно, блядь. Там какая-то хуйня, блядь, стоит. Я не знаю, я в нее попадаю. Ладно, допустим, ему повезло. Арту добей справа. Хотя ладно, она там, по-моему, в укрытии. Она в укрытии. Подожди. А, ну ладно, хоть сколько снял хотя бы. Зачтется, да? Я боюсь, там трамвай стоит этот. А, не, блядь, не стоит нихуя он. Уже. Лалка, а-за-за. Ты хрень кустарная. На Матильде. Одна плюха, вторая нету, блядь. Ну, у нас двое берут. На четвертых уровнях бои самые вообще ужасные. Они дико не сбалансированы. Ладно, будильник я уже отключу. 12:30 час. Ой, ёб твою мать, телефон уронил. Ладно. Ну, слив, привет. Слив пока называется. Ладно, мне уже надо собираться. В моем танке можно играть только одному. Это уже научно доказано. Jesus Christ! У них два воина, блин. Посмотрим, кто из них получит. Посмотрим, что такие. Мне интересно. Особенно. Хотя ты знаешь, наверное, еще давай бой сыграем, я успеваю. А, Т-28 твинг, Матильда нет. ПЗ-4 нет. Короче, Т-28, да. У него же ник еще такой. Ладно, давай на пятерочках сейчас быстренько. Не, давай на пятерках. Имботанчик. О! Слушай, а что ты, кстати, в группу ВКонтакте? Я же тебе админку дал, не закидываешь ничего. Закидываю как бы. Я же не должен каждый день это закидывать. Блять, я закидываю тогда, получается, каждый день ищу. Ну, закидывай. Группа-то твоя. Я вообще ВКонтакте редко захожу сидеть. Я просто захожу читать там. Пару сообщений. Ну,
у них ПТГ дохуя как-то. А, я вчера сделал скрин, по-моему, там 8 ПТ в команде было. У нас, а у них 3 было. Прикинь. Вот тебе, блядь, и весь рандом. Кто-то у них, походу, в команде мало донатил. Че, на центр решил, что ли, я не пойму. Ну я думаю, здесь пока постоять, там слишком много танков не надо. Я может. Ну блин, здесь у нас две КВ-хи, плюс ПТ-хи будут. Я тут, может, кого отстреляю, который будет рашить вперед мелочь. Чтобы не светило лишнего. Какой-то наглый Т-34 стоит. Не, чувак, я под ПТ-хи не полезу, извини. Так не надо лезть, ты что? Так я не лезу. Они тут просто слишком нагло так поджались. О, КВ-ха приехала. О, надо бы Battlefield Bad Company 2 поиграть, точно. А, надо эту, подожди, на PC уже вышла эта Hardline или она только... Вышла, только она пиратки нету и не будет пока, потому что ее ломают долго. А что там ее ломать, блин, там то же самое движок. Так те игры тоже долго ломали, FIFA 15 ломали. Вообще, блин, полгода, по-моему. Серьезно? Да, так там сложно все. А может просто пиратам проплатили нашим российским, чтобы не ломали там подольше? Нет. Они просто смирились с тем, что уже ломают. Хотя, кстати, хорошая идея. Скорее всего, проплатили. Чтобы они попозже сломали. Ну. Чтобы успели раскупить. Да, скорее. Ну, в принципе, пираты же тоже люди. Они же как бы не компании. Им хорошо так отбашляли там с каким-нибудь знаменитым сторонтов. Сказали, блядь, не ломайте это в течение 3 месяцев, допустим. Потом мы там сами вам поможем, я не знаю. Ну или не поможем. Хуй с вами, делайте сами. Но главное не ломайте это время. -3 пятерки. Там фугасник, блять. У нас -3 пятерки. Ладно, я подъезжаю, короче, стой на приеме, назад дави. Я тут нормально запрятался. Назад еще. А, ты там? Если я назад, то мне, блядь, пиздюлину влупят. Хорошую такую. Не, нихуя не фугасник, но у него топовое орудие. Я тут голдой, блядь, уже отстреливаюсь, чтобы его башню пробивать. Сука. Вот так КВ, который из ВГДН, блин. Варгейминг днище, короче. Блядь, еще этот бортует. Ничего, взводом играет, да, не взводники? Эти умные пацаны попали. Ничего, живи. Это. Я живу, блядь. Затроллил пацана. Блядь, не пробил. У меня КД быстрее. О, выехал, блядь. Жертва пьяной кушетки. Извините меня, у них ремонт, знаешь, какой быстрый. У этих КВ. Ты задница с усами. Блядь, ладно, нахуй, просто вообще не лезу. Вообще, блядь. Хай сам подъедет. Ты можешь от дальнего КВ? Я ближнего могу. Сейчас дальнего. Не пробил. О, пробил. Все, он меня фугасами, блядь, стреляет уже. Чтоб пробить. Все, живи, короче. Да я живу, блядь. А он назад уже поехал. Ладно, я на базу. Давай на базу. А он сейчас вперед подъедет. Мне тут продавить немножко надо. Ну я, короче, стою сведен. Добирай, отлично. Мне надо его поджать и как-нибудь сушку, я не знаю, законтролить. Я не знаю, где она. Ой, пробил. Ой, хорош. Хорош. На базу возвращайся. А сушка, походу, вернулась к себе на базу. Там Мюрдер остался у них на горе.
Так. Уже что-то. А, наверное, тоже вернусь. О, любители захвата базы едут. На нашу сейчас. Такие все. Хай едут. Все. Ой, я победитель, я сейчас приеду, захвачу. Ой-ой-ой. А 85-ка решила вообще объехать. Ну, я вижу. До свидания. Хотя ты там, в принципе, один справишься. Не знаю, может, поеду на гараж. Не, едь, я тут один. Так, главное сегодня никого не сбить на машине. А ты что, в город поедешь? Да, сегодня в город поеду. По вашему району? Ну, по Брестской трассе поеду. Хотя, можешь возвращаться. Блять, уже поздно возвращаться. Чё ты штука не отстреляешь? Там двое. Тогда контроль базы, чтобы они не подъезжали. А я не могу. Не можешь? Ну, чтобы не подъезжали, они-то пока не подъедут. Потому что один светит, другой стреляет, сука. Так, вот это вот нехорошо, что сняли с горы. Значит, он где-то в квадрате B7. Вот тут, ёбок, стоит, он по засвету валит. Он меня бесит, он мне все хп снял. Не, я говорю про автобус. Так, отлично. Они одновременно друг друга. А нет, блять, автобус там. Сука. Блять, я через центр поеду. Да, наверное, все-таки надо было тебя послушать, когда на центр. Тебя штук заберет. Да я через правую сторону через центр поеду. Блять, автобус он, сука, быстрый. Я могу не успеть. Очко жим-жим. Хотя, слушай, а если по самому краю попробовать проехаться? Левому. Блять, он уже там. Я не знаю, как я успею. Блять, еще по болотам ехать. Ну пиздец. Ну ладно, я там не успел, но че он, блять, сам с центра попёрся? Сейчас, походу, по захвату сольём. Да как еще? Там, блядь, вот эти вот, блядь, уёбки на штуках мне взбесили просто. Был бы 220-й, они меня не пробили с такого расстояния. Он просто ебёт всеми снарядами в башне. Блядь, мне, сука, засветили. Ну, штук стоит на том месте, где стоял. Да. Нихуя, он вот там стоит, он переехал. Ну хотя бы отомщу, ладно уже. И не пробил его нахуй в передний каток. Холодос, блядь. Давайте полюбуемся на него, блин. Ой, ладно, все, короче, ребят, спасибо, что смотрели. Был за ЗП Капкан с вами, как обычно. Короче, подписывайтесь, ставьте лайки, всего хорошего, пока.